Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией моего видео, но только информационный характер. Сегодняшнее видео по боксу без вложений валютик, где мы зарабатываем на просмотре ссылок, которые нам приходят на почту. Денежки мы зарабатываем в долларах, выводим в биткоин сатошах. Сегодня я проверила вот сейчас на вывод. Поставила пробный вывод $4.80. Вот я еще даже страницу не обновляла. У меня написано: автоматическая выплата успешно завершена. Вот на Faucet Pay, друзья. Значит, как мы выводим? Ставим, вот у меня еще сумма стоит 4.80. Нажимаем «Изымать». Нажали, появляется у нас здесь ниже окошечко «Ввести пин-код». Пин-код приходит на телефон, так как мы в настройках привязываем свой номер мобильного телефона. Я об этом уже говорила. Обязательно без этого как бы вывод не удастся. Так, и на почту мне пришло, вот баланс мой обнулился, 9 центов у меня стало. Вот у меня перевод мой. Главный баланс. А, это не то. Так. Давайте переведем сообщение. Уважаемая Елена, ваша просьба о выплате 4.80 была переработана. Благодарим вас за выбор наших услуг. С уважением, валютик. Далее переходим на кошелек Faucet Pay. И здесь вот валютик, друзья. Это в биткоин сатошах. Они берут еще комиссию 1.5%. Так, 0.3048888 биткоин сатошков мне пришло 21 февраля 2020 год. Все замечательно, друзья. Платит инстантом. Значит, это валютик у нас аналог кликиджин. Вот. Тут вот шкала есть, сколько нам тут платят. Ну, здесь я уже проверена, вот я его пока выводить не буду. Ну, а валютик, все, друзья, я проверила, платит, все замечательно. Продолжаем работать. Всем удачи, больших заработков. Буду продолжать мониторить этот проект. До новых встреч.